человек. У нас Solar XR, правильно? Да. Правильно. Хорошо. Поехали. Пизды давайте. Надеюсь. Надеюсь на то, что мы им дадим пизды все-таки. Так, он отправил, да, будет? Я так понимаю. Жрите там все. Какую-нибудь закидывай, какую-нибудь нижнюю башню потом. Потихонечку. Подождите, кстати, это на топе никого нет. А, вот. Угу. Потому что так что-то. Как-то не очень получилось, ну ладно. Это не зафокусили, да? Ой-ой-ой, блядь. Это фонтана. Так, дерьма я здесь набросал, правильно? Движем лес. Туда бы еще закинуть, конечно, там где-нибудь эту шкуру. Вот. Спасибо. Переган. Пошла отсюда, блядь, корова. Сердечечки обязательно. Так, я пойду попью, чтобы мана была. Угу. Смотри, сейчас будет пизда. Лютая. Лютая заруба. Что ты стала? Ой, сейчас будет. Ой, хороший проказ. Добить? Блядь. Рейнера. Рейнера зашу. Выбили пассивку. А что по топу точку ты не сможешь, да? Ром, я могу топешиться? Я сейчас попробую. Я вас бросать что-то не буду, наверное, не стоит. Я попробую вот взять все это медведя, поставлю туда. Ну, пусть парни отбиться. Здесь они закидываются нормально. Так. Будет прокаст? Я думаю, надо как-то аккуратно сделать, где-то с точки, и загары потихоньку закидываю. Хорошо. Блин. Я взял. Хорошо, красавчик. Хорошо. А этого не отпускаем. У меня маны нет. Маны нет, Джанни. Я ушел. Нормально. Нормально, вот мы с ним. Сердечко можно взять. Пошли, пошли, все, сердечко возьми. С башенкой. Привет, Нава, привет. Подхавали. Так, у нас сейчас будут отбирать стоп. Ой, бот точнее. Угу. Нам здесь крутяшки. Я уже... Не, пока нет, уже не отбили. А вот сейчас Керри будет прыгать. Только она плохо прыгает. У меня Джимми тут зонит, но... Смотрите, ребята. Наша точка, нормально все. Выдали? Красавчик. Задрот, что ли? Не, он макеро. Задрот за нас. На самом деле, случайность. Макеро, я же говорю. Медведь все сделал. Хорошо, 70. 80, ну сейчас будут перебирать или отдают просто? Наверное, отдадут. Пошел отсюда. А, жри. У меня, кстати, ПМП типа вообще пустота пустейшая. Я, наверное, топ-аут сделаю. Идите, топ. Сердечко. Блядь. На меня напали грязные зерги. Я же зерг, кого убьете, уроды. Че, мы на топ идем? Да, да, идите на топ. Не вовремя, конечно, с маной. Лера нету, только парни. Стеночку снесем, в принципе, можно попробовать фортик сломать. Вон трава. Я так понимаю, здесь можно сыграть через грязь, через нидус. Вообще спокойно.
принципе, да. Так уже позволяет. Дальше идем. Дальше. Да, все нормально. Так, иди сюда. Блин. Блин, не попал. Не застанили. Нормально все, нормально же, хилимся, живем. У нас есть ПВ, это не моя тиранда. Хорошо жрут они, конечно, впитывают. И херим, конечно, сопкает, но я не думаю, что это. Хорошо, хорошо. И этого помочь подыщу. Тут и про нос. Первый нет, можно убивать, да? Согласен. Отходим, наверное, мы не закончим, но вряд ли закончим. Ну да? Да-да-да, думаю, можно отойти. Закончить на 9 уровне, а? Босс, на каком уровне? С минуте появляется. 10, да? Мы можем босса забрать. А, да, только его нет. Он уже есть. 10 уровень. А, 10, да. Не-не-не, он... уже есть. На 5. Пошли? А, кстати, ну. Они навряд ли нам что-то сделают, ребят. Давайте просто в наглую босса заберем нахер. Давайте, у нас какие-то есть. Я отталкивалку возьму. Я пожиралку на всякий случай. Я только сюда медведя вот так поставлю. Да, и на изи забираем просто и все. Танкуй. Поехали. Мама, я танкую. Так, 5 медведя. Он только пробивает, где все. Все, можешь в атаку урон медведя кидать. Ой, сейчас будет босса умереть. Паки берем, вот этот пак. Есть, идем с боссом. А их туда хоть не будем? Это есть. Все, есть с боссом, гоу, сейчас будет жестко. Сейчас будет вообще жестко. Где они? У вас слишком хорошо, но угрюм срочно нужно подбежать. Не, я хочу повыигрывать, не вчера хватило. Надо компенсировать это по сосике. Где там босс? Ладно, короче, в кору, я думаю. Че, будем пробовать, да? Ну, у меня еще есть, я еще не тратил. Давайте, давайте. Берегом. Ой, не под... нормально. Кушал. Хорошо. О, это было все жестко, прям. Это помочь. И маны нет. А у нас хватит силы, чтобы богатым себе? Да, да, конечно. Легче вообще. Вообще. Блин. Хоть один умер, 11-2, да? Хорошо. Тут Джани, наверное, MVP дадут. Угу. Даже игрой немножко. Либо Рексару. Андар, ваш Рексар, да. Так, я стартанул. Рексар MVP. А в 2016-м. Ой, мы... Давайте Рексара за лайка. Да. До 8 минут. Только там пацаны не будут лайкать, минут. Потому что они проиграли за 8 минут, они считают, что ты урод. Поэтому мне эта карта не нравится, она на самом деле сноуболящая. Поэтому мне не нравится. Ведь мы в одну калитку все вынесли, за сноуболили, все больше и больше уровень рос. Что так мало экспы? 170 тысяч? Так что, 8 минут катка.